мужчина. Ляра, твоя принцесса, она уже твоя принцесса. Сможешь? Естественно. Дорогая, я обещаю тебе быть верным. Я обещаю тебя любить. Конечно, всю жизнь на руках не смогу носить, потому что земля для сил хватит. Но большую часть своей жизни я буду это делать. Я тебя очень сильно люблю. Я обещаю тебе, что придет время, и мы обязательно съездим туда отдохнуть, куда ты мечтаешь. Буду надеяться, что хватит мне сил для того, чтобы осуществить твою мечту. Слетать на острова. Ну, естественно, обещаю, что будет ребенок. А точнее, двое. Лучше мальчик и девочка. Или же наоборот. Все равно я тебя очень сильно люблю. Я тебя обещаю, буду тебя ценить, уважать и любить. Это слово настоящего мужчины.